Больш за 12 мільёнаў рублёў выдаткавана абласным і раённым бюджэтамі на рамонт будынкаў дзіцячых садкоў, школы і прафесійна-тэхнічных устаноў. Цяпер у Магілёўскай вобласці пачалася прыёмка устаноў да новага навучальнага года. Наша здымачная група пабывала ў аграгарадку Забелышын Хоцімскага района. Тут, дзякуючы пастаянным поспехам дзяцей на рэспубліканскім узроўні, з бюджэту выдаткавалі салідную суму для рамонту школы. Таким инвентаром не может похвалиться ни водная адукационная школа Могилевской области. За Белышинскую спонсируют мясцовые предприемства. Дети что год берут кубки на снежным снайперы. У складе сборной команды Могилевской области полова удельников миновита за Белышина. Проанализировал последних 3 года, дети заняли 43 первых, 19 вторых и 12 третьих мест. Учащиеся нашей школы на республиканских соревнованиях от завоевали столько медалек. Областной бюджет поощрили нашу школу и наших детей тем, что выделили финансы на ремонт спортивных залов, учебных кабинетов и фасад школы. Мы очень довольны и рады этой помощи, не ожидали. Первый этаж, были заменены все двери, сделан потолок, пол, учебные кабинеты по первому этажу, сделаны душевые. В управлении адукации аблвыканкаму докладнили, за высокие достижения у спортивном жизни за Белышинскую школу захватили материально. По 200 тысяч рублей выдатковали из областного и районного бюджетов. До ремонту тут приступили одразу весной. Почали с даху и фасаду. Самые активные работы пришлись на червень-липень. Так что за Белышинская школа удало прошла приемку до нового навучального года. В целом по району нам необходимо было подготовить 4 школы, 4 учебно-педагогических комплекса, 5 детских садов. И я могу заверить со всей ответственностью, что на сегодняшнюю дату все они достойно подготовлены к учебному году. Осталось теперь за ребятами дело и за педагогами, чтобы показать результат благоустроенных учреждений. Зараз во всех школах в области проверяют подрыхтованность до отяпляльного сезону. Татьяна Сергейчик, Юрий Овласов, новини региона.